Я хочу поздравить вас всех, поздравить и пожалеть об окончании нашего круиза. Мне всегда так больно делается в последний день. Я сегодня так разволновалась, что даже выступать уже не буду. А дочери позвонила, она говорит, что мама, у тебя же юбилей, ты же должна выступить. Я, конечно, очень волнуюсь, если я что-нибудь запутаюсь, вы меня, пожалуйста, это, строго не ругайте.